Всем привет! Это у нас огородные и садовые слизни. Они бывают разных цветов. Серый достигает 4 сантиметра, а черный 15. Они поедают листья, стебли, цветков и всяких растений. И плоды. Они, слизни и улитки семейства, брюхоногие моллюски. У нас тут есть светло-серые и черные есть. Это у нас пятнистый. Они без панциря. Как и все слизни. Это бомжи. Улиток. Кстати, они так похожи на улиток. Очень. Съесть у них хоть кило. Вот этот у нас 4 сантиметра спит. Вот. Слизь есть и у улиток, и у слизней. Они живут в влажных местах, в листьях. Они живут 7 лет. Они зимуют под листьями. У них есть борода. Их 2. Они очень опасны вредители садов, огородов. Они обитают в садах и огородах только на нашей планете Земля. У нас есть пятнистый. Вот он. И они откладывают 300-500 яиц на глубину 20 сантиметров. Это улитки, улиткообразные. Вот у нас есть турбо, быстрый слизняк. Он спешит к себе домой. Накормить своих детей. Кстати, они выходят, когда дождь и роса появляется.
Показывайте и не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители!